У нас есть тайное оружие. Мы тайными тропами пойдем забирать наше оружие. Димсон, что за тайное оружие у нас есть, о котором никто не знает, знают только главные рыбаки? Это наша мини-рыбалка. Это наша мини-рыбалка, и вы сейчас его увидите. Но мы продираемся сквозь джунгли, илийские. Пойдемте, пойдемте. Да, это илийские джунгли, настоящие. Здесь водятся дикие-дикие звери, обезьяны, Димсоны. Вы слышали шум? О! Это анаконда. О! Вот так вот, друзья мои, вы думали, это меня что-то кусануло. Надо быть здесь осторожным, потому как здесь есть минные поля. Ну, народ у нас, вот, к сожалению, такой, разбрасывает всякие свои экскременты и прочие дела. Вот. Вот мы сейчас по таким тропам страшным пойдем. Вот, сейчас будет наше особое оружие. Итак, ду-ду-ду-дум. Вот она, наше тайное оружие. Но что-то оно не особо сработало. Ну, 3 штучки есть, в принципе, нам хватит. Вот оно, наше тайное оружие, на которое мы надеемся поймать всех. К обеду. Это логово змей. Они здесь живут. Мы пришли с ними поквитаться. Вот такие вот места, где мы рыбачим. Фантастической красоты, дикости, тишины. Вот они, дикие люди.